Este o zi tragică pentru poporul moldovenesc. Tradițional, 22 iunie, ora 4 dimineața, activiștii partidului nostru vin aici la Memorialul Eternitate pentru a comemora, în primul rând, pe cei care au căzut în разбою pentru apărarea patriei. Нам сейчас трудно вообще представить, что такое война, но только по рассказам наших родственников, дедушек, бабушек, потому что всех затронуло это событие. Я помню, вот как моя бабушка рассказывала, как в их дом попал снаряд, и несколько ее детей погибли на месте, кто-то умер от голода, от болезней во время войны. Вот у нее было 9 детей, после войны осталось только 3. Двоюродный дедушка мой погиб на Шерпенском плацдарме. То есть у каждого есть... Каждая семья потеряла кого-то в этой войне. Este responsabilitatea noastră ca și partid, politicieni, să evităm astfel de nenorociri, astfel de tragedii și cataclisme. Будем надеяться, что нас это не затронет и все-таки у нас будет мирная жизнь.